Землю специального мяннику подбирали, я пошел заплевать. Мне кажется, будет огонь, так и правда. Лайты туда поедут, харды сюда. Тут такой спуск еще с бревнышком толковый. Поехали, покажу. Вот лайт, а вот хард. Заехал. Так, ну что, давай попробуем сейчас на пите заехать. Я думаю, будет вообще. Я уже представляю, какое бревно это перепрыгнул. Слава богу. И тут такие покрышки. Бяу, на покрышке, короче. Там, бля, лайты спускаются сверху. И дальше. Тюм, пошел. В полную ручку. Два, типа я, короче, на питбайке хард. Такой, опа, опа, опа. А теперь здесь поворот направо. Сразу поворот. И здесь есть такой вот кармашек, куда можно будет отъехать и разогнаться, или сделать передышку. Вот препятствие, я вам уже готовое. Терют, это уже готовое. Фух, пошел. За наградами непосредственно. Вообще, тут будет накидана куча колес. Здесь еще пойдут бублики, колеса, но они будут рядом. Так рассказывай, что мы делаем вообще? Мусорим в лесу, едут такими колесами. Думаю, всем понравится. Она, так нам какие туда вкапываем, Валь? А? Какие мы туда? Прости. Ты просто там разгонишься, ты оттормозишься и упрешься в эти колеса. Так, у меня 12-14 и вот эти вот колеса препятствия. Сейчас посмотрим. Звездочка у меня 16-38. Первая передача. Все получилось.